Сегодня в Чебоксарах по приглашению благотворительного фонда «Время помогать» побывала известная певица Юлия Чичерина. Перед благотворительным концертом Юлия приехала в детский реабилитационный центр. Ограниченные в возможностях, но с безграничными талантами дети с удовольствием встречают всех гостей. Желающих продемонстрировать свои способности известной певицы оказалось немало. Благотворительный фонд «Время помогать» взял под свой патронат детей из Донбасса. За это время реабилитацию в центре прошли 12 ребят с ограниченными возможностями здоровья. Мы пытаемся эту программу развить, вывести на новую ступеньку, чтобы нас поддерживали как бы и власти нашей республики, и какие-то бизнесы, заводы, организации. То есть сегодня Юлия Чичерина приехала совершенно поддержать нас, выступила перед детишками, было очень здорово. Будем сотрудничать с ней дальше, будем сотрудничать. Мы сейчас провели переговоры с общественной палатой, они нас будут поддерживать в этом деле. Поэтому мы считаем, что это дело очень нужное. И здесь нет границ, наши это дети или не наши дети. Дети, чужих детей не бывает. Сейчас в реабилитационном центре находятся две семьи из города Горловка Донецкой области. Здесь они получают все необходимые медицинские услуги – физиотерапевтическое лечение, психолого-педагогическую и социальную помощь. Нам назначили курсы, необходимые физпроцедуры. Дети очень довольны, особенно с восторгом бассейн посещают, где можно провести и научиться плавать. Юлия, мы благодарны, она помогает нашим детям. Это большая поддержка. Такие встречи очень вдохновляют. Ребят. Выступление таких больших людей, скажем, наши дети, они на ура, когда выступают, и это очень они радуются. Они сами любят у нас выступать, и они очень любят подражать этих артистам. Смотрят, и подражание у них идет. Они хотят пытаются делать так же, как вот они. Юлия Чичерина, в свою очередь, отметила, что в центре особая атмосфера. Заходишь, и такое какое-то теплое атмосфера прям сама, что видно, что любовь по детям прямо видно, что они их любят, что, вообще классно. Мне такие нравятся штуки. Всякие волшебные там у них эти прибамбасы, на которых их волшебные комнаты, какие-то музыкальные вот эти. Классно тут, молодцы. Мы понимаем, что такое помогать другим. Всегда же лучше отдавать, чем получать. Всегда это, приятнее и полезнее вообще и для души, и для сердца. Я большую часть своего времени сейчас посвящаю Донбассу, поскольку там идет война, там много детей и детишек таких вот инклюзивных, и многие не имеют возможности получать помощь. Всем, конечно, сложно помочь, но стараемся. Помогать детям фонд намерен и дальше. А Юлию Чичерину уже ждут в Донбассе. Ольга Алексеева, Валерий Рязюков, Республика.